Здравствуйте, сегодня поговорим о триммере. На рассмотрении у нас триммер Endis T-Liner Plus, он же Endis D4D. Как всегда, сначала давайте рассмотрим коробку, что у нас тут производитель посчитал нужным указать. Коробка, в общем-то, стандартного для Endis размера. У них практически все машинки идут в таких коробочках. На коробке у нас в натуральную величину триммер. Указывается у нас, что в комплекте целых три ножа у нас идет. И каждому из этих ножей у нас по 4 насадка. 1,5 мм, 3, 6 и 10 мм. Также в комплекте имеется подставка для быстрой зарядки. Ну и само собой все ножи быстросъемные, иначе какой был бы смысл в трех ножах. Что еще тут можно увидеть? У нас подчеркивает производитель, что здесь беспроводная, мощная машинка окантовочная. Еще раз говорит, что 3 ножа у нас в комплекте, 12 насадок, ну, по 4 на каждый нож. И высокоточная заточка ножа. Плюс у нас есть в комплекте Т-образный нож, который может быть выставлен в ноль. Так называемый Zero Gapped нож. Ну, давайте вскроем коробочку и посмотрим, что же у нас там внутри находится. Итак, внутри коробочки у нас еще одна коробочка, уже не такая красивая. Внутри у нас какая-то макулатура. Сам триммер. Подставка зарядная. Два дополнительных ножа и три комплекта насадок. Также у нас в комплекте бутылочка масла. И как любит у нас делать Endis, в комплекте у нас нет кисточки, да, щеточки для чистки ножа. Но это невеликая проблема. У большинства производителей эту щеточку все равно проще сразу выкинуть, потому что она очень маленькая, стрёмная. Гораздо удобнее пользоваться зубной щеткой, либо щеткой для окрашивания волос. Итак, давайте посмотрим. Триммер. Хромированная верхняя часть, обратная из нескользкого пластика, такое софт-тач покрытие. Довольно хорошо сидит в руке, при этом все эти триммеры приходят у нас полностью разряженные, так что они даже не включаются. Здесь у нас наклеена бумажка, на которой написано: прочтите сначала инструкцию, не включать, пока полностью не зарядится. Здесь нет возможности работать от шнура. Это один из основных минусов. Да? И заряжается только от подставки. Поставили в подставку, заряжаем. Подставка довольно высокая, узкая, да, но при этом все-таки довольно устойчивая за счет своего веса. То есть, ну, в принципе, подставочка здесь хорошая. Дальше. Я заранее зарядил эту машинку, чтобы показать вам, как она работает. Заряжается эта машинка довольно долго, порядка 12 часов полный заряд. Время работы у нее нигде не указывается, ни на упаковке, ни в инструкции не нашли мы. Но тем не менее замерили в магазине время работы около 1 часа. Итак, давайте удалим. Намертво прилипло. Итак. На мой взгляд, великовата здесь вибрация, но с другой стороны это объяснимо, поскольку здесь довольно мощный мотор, 5-ваттный. Примерно такой же мотор по потребляемой мощности стоит в большинстве машинок для стрижки. Не триммеров, а именно машинок для стрижки. Это, допустим, Moser Chrome Style, Panasonic ER1611, Wall Beretta и так далее. В комплекте идет три ножа. Стандартно у нас сразу же установлен на триммер наиболее востребованный нож. Это Т-образный нож, окантовочный. У него очень близко расположены
друг другу зубчики. Зубчики удлиненные. При этом длина среза с завода, ну, на скидку где-то 0,5 миллиметра. Этот нож быстросъемный. За счет регулировочных винтов, здесь их целых 4, можно двигать вперед-назад подвижный нож и устанавливать длину среза, которая вам будет наиболее комфортна. Еще раз повторюсь, не надо делать это с первого дня. Сначала поработайте, убедитесь, что вам не хватает длины. После этого только экспериментируйте. Если поставите слишком коротко, будете резать клиентам кожу. Давайте посмотрим, какие еще у нас ножи в комплекте. Итак, в комплекте такой вот узкий нож. Честно говоря, для меня загадка его предназначения. Массу таким ножом снимать точно не вариант, но при этом зубчики довольно широко стоят, поэтому я даже не знаю, для чего это. Больше похоже на какой-то собачий триммер. Да, то есть он триммер, но зубцы стоят широко, поэтому даже не знаю, для чего. Ходит довольно мягко, тихо, то есть, ну, не знаю, зачем такой нож. И третий нож, широкий нож, шириной порядка 46 миллиметров, то есть ширина стандартная для большинства машинок для стрижки. Здесь длина среза порядка 0,5-1 миллиметр. Да, то есть примерно соответствует минимальной длине среза у большинства машинок для стрижки, у которых там от 0,5 до 1 мм минимальная длина среза. То есть данный триммер можно использовать и как машинку для стрижки начального уровня. То есть повторимся, мотор достаточно мощный, 5 Вт, широкий нож с довольно большими промежутками между зубцами, поэтому данный триммер может являться у нас одновременно и машинкой для стрижки, и триммером, поскольку у нас в комплекте три ножа. Нож для снятия массы, окантовочный нож, который может быть вообще выставлен в ноль, и какой-то еще третий непонятный нож, предназначение которого для меня загадка. Ну, наверное, чтобы можно было еще сделать триминг вашей собачки или кошечки. Насадки. Итак, как я уже говорил, каждому из ножей имеется по 4 насадки. Насадки, в общем-то, для каждого из ножей имеют одинаковую длину среза. Ну, давайте попробуем угадать. Вот это вот, наверное, для Т-образного ножа. Давайте посмотрим. Насадки обычные пластиковые, никаких металлических зубцов, никаких магнитов, ничего еще экстраординарного вы здесь не увидите. Это просто насадки, которые работают. Надевается стандартным образом. Сначала вставляются зубцы, потом защелкивается в задней части. Повторимся. Длина среза с насадками 1,5, 3, 6 и 10 миллиметров. Итак, это вот у нас, наверное, 1,5 миллиметра. Да, 1,16 дюйма, 1,5 миллиметра. Самая маленькая насадочка и самая большая насадка это 10 миллиметров. Зачем нужна насадка 10 миллиметров? Для этого ножа я, честно говоря, не представляю. Лучше бы они сделали для этого ножа насадки 13 и 16 мм, а отсюда лишние насадки убрали. Оставили бы только полторашечку и троечку. Итак, ну давайте попробуем обобщить все, что мы с вами узнали об этом триммере. Отличный триммер, достаточно мощный. Имеет в комплекте целый набор ножей на все случаи жизни и для стрижки, и для окантовки. При этом окантовочный нож широкий Т-образный и может быть выставлен в ноль. Регулируется довольно удобно. Имеется удобная устойчивая подставка. На подставке у нас имеется индикатор заряда, который у нас загорается при включении в розетку и помещении в подставку машинки. Из минусов. Минус номер один. Не работает от провода. Минус номер два. Очень долго заряжается. 12 часов. Минус номер три. Даже после того, как у нас машинка простоит 12 часов на зарядке, лампочка на подставке не тухнет. В остальном довольно хороший вариант. И бонусный момент. Все ножи от этого триммера подходят на триммер Endy Superliner RT1. То есть
На мой взгляд, вообще идеальный, исчерпывающий комбо можно собрать из трех триммеров. Это триммер Endis D4D беспроводной, это проводной триммер Endis Superliner RT1 и последний, третий триммер, который идеально подходит для тату и мелких деталей, это Endis Slimline Pro D8. Если собрать эти три триммера, то я даже не представляю, что еще вам может понадобиться для каких-то тонких работ. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Пишите свои вопросы в комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал Енот Постригун, добавляйтесь в нашу группу Енот Постригун ВКонтакте. На этом все. Пока-пока.